Ваша водка, сэр. Спасибо. Вы уж извините, что-то вид у вас грустный. Трудности с расследованием? Блейк считает Итана Марса убийцей. А вы? Мне казалось, против него есть улики. Да, верно. Но это нелогично. Не совпадает ни психологический портрет, ни область действия убийцы. Любящий отец, утопивший восьмерых и укравший собственного сына. Марс не мастер оригами. Ручаюсь жизнью. Тогда кто? Не имею ни малейшего понятия. Пересмотрите все имеющиеся зацепки. Да, именно этим я и займусь. И последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Пытаюсь держать себя в руках, но это трудно. И все труднее и труднее. Вы загоните себя в могилу. Это будет очень печально, сэр. Так, это что-то новое. Запись камеры рядом с парком, сделанная в день, когда пропал Шон Марс. Вряд ли там есть что-то ценное, но как знать? В 16:02 в сторону парка проехала «Шевроле» соответствующей модели. А в 16:37 она проехала обратно. Соответствует времени похищения. Может, это машина убийцы? Жаль, что не видно лица водителя. Машина украдена. Посмотрим. В угоне подозревали некого Джексона Невилля, но обвинения сняли. Не хватило улик. Джексон Невиль, по кличке Джек Бугай, несколько раз привлекался за торговлю угнанными машинами. Считается опасным рецидивистом. Он мог продать машину убийце. Не лучшая зацепка, но другой пока нет.
И последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте, сами знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Черт! Начинается! Триптокаин. Он на столике у кровати. Надо просто принять, и все пройдет. Надо сопротивляться, иначе это убьет меня. Я смогу. Надо сохранять хладнокровие и занять себя чем-нибудь, пока не отпустит. Я должен перебороть себя. Я должен бросить.